Добрый день! В эфире Рябунг ТВ. У нас в гостях генеральный директор института ЕАЭС Владимир Анатольевич Лепехин. Добрый день, Владимир Анатольевич. Добрый день. Спасибо, что пришли в нашу студию. Владимир Анатольевич, в связи с создавшейся ситуацией на границе Армении и Азербайджана, как вы прокомментируете ситуацию? Какую цель преследует Азербайджан? Имеет ли целью это провокация по отношению к России или что это? Ну, мне кажется, события эти нужно оценивать осторожно. Почему? Потому что мы доподлинно не знаем, что там происходит. Есть разные интерпретации событий, да, тем более все, что происходит там, нужно рассматривать в контексте предстоящих парламентских выборов, и поэтому очень много заинтересованных сторон в дестабилизации ситуации в Армении, да. Поэтому самые разные точки зрения существуют, в том числе и безумные. Ну, кто-то считает, что за этим стоят, например, силы оппозиционные по отношению к Пашиняну, да, которые заинтересованы в том, чтобы получить еще один повод для критики действующей власти. Кто-то считает, что наоборот, вполне возможно, что это силы, которые стоят за Пашиняном. Кто-то считает, что это чисто азербайджанско-турецкая игра. В любом случае, мне кажется, что наиболее правдоподобно все-таки третья версия, да, что в основном вот те события, которые происходят, объясняются политикой Азербайджана, да, в этом регионе. Опять же, противники Армении прекрасно понимают, что в стране сегодня не до какой-то последовательной политики, связанной с защитой своих границ, да, поскольку все заняты парламентскими выборами, какими-то спорами, дебатами и так далее. Вот. А по большому счету в Армении нет такой силы однозначной, которая бы принимала жесткие решения, да, и могла бы организовать такое адекватное сопротивление, например, действиям азербайджанской стороны. Вот. Опять же, поскольку сегодня существует такое единое российско-армянское военное командование, то понятно, что все смотрят в сторону России, как она себя поведет, с одной стороны, с другой стороны, надеются, что этот вопрос должны решать российские военные, да, российские миротворцы. Вот, поэтому ситуация в целом запутана. Я думаю, что не нужно в любом случае искать каких-то виноватых. Прекрасно мы понимаем, что в любом случае Азербайджан не откажется от такой игры, чтобы с разных сторон пытаться поддавливать Армению, да, в той сложной ситуации, в которой страна сегодня оказалась. Естественно, если расчет на то, что они не встретят какой-то ответной реакции, они это видят, что этой реакции нет. Поэтому я думаю, что это не первый случай. То есть пока они на наиболее таком актуальном для себя направлении проявляют какие-то активности, но не исключено, что они будут и в каких-то других регионах, на других участках азербайджанско-армянской границы таким же образом действовать. Вот, поэтому лично меня сегодняшний день волнует, конечно, позиция российских военных, российских миротворцев, российского Министерства иностранных дел. Вот, как всегда, оперативно получить информацию невозможно быстро. Да? Москва всегда очень долго думает, очень долго инерция, будут разбираться, соответственно, вырабатывать какую-то позицию, но на сегодняшний день, ну, опять же, противная сторона тоже это все понимает, поэтому как бы в таком локальном масштабе у них руки развязаны, то есть они достаточно оперативно могут какие-то вопросы решать. И в случае, если встретят сопротивление, то, конечно, возможен откат. Но пока такого сопротивления нет, к сожалению. Вот. Ну, будем надеяться все-таки, что совместная российско-армянская машина как-то сработает, вот, и больше не допустят таких ситуаций в дальнейшем, или, по крайней мере, развитие таких ситуаций не допустит. Вот, а в связи с позицией, которую заняла ОДКБ, у многих возникает вопрос, насколько вот их реакция оперативная и насколько вот та позиция, которую они заняли, это то, что от них ожидали. Эта организация является ли реальной, дееспособной организацией в связи с позицией выраженной? Ну, после войны октябрьской, ноябрьской на Южном Кавказе, конечно, говорить об ОДКБ как об организации, которая, с одной стороны, представляет интересы ряда постсоветских стран и является таким коллективным органом какого-то действия,
тем более военного, ну, сегодня говорить не приходится. То есть ОДКБ находится в реальном кризисе после той войны, да, армяно-азербайджанской. Вот, можно даже говорить не просто там о внутреннем расколе, а просто наличие разной позиции, о такой патовой ситуации в ОДКБ, по сути дела. Вот. Потом мы должны понимать, что ОДКБ никогда не был военным союзом. На самом деле ОДКБ это был всегда политический союз. Хотя он объединяет вроде бы вооруженные силы разных стран, да, и касается военной области. На самом деле ни одной совместной военной операции никогда не было. Вот. Такая общая позиция в отношении каких-то соседей или каких-то других военных блоков не вырабатывалась, да, по большому счету. Но происходило согласование политических интересов или геополитических интересов. Поэтому, когда появились противоречия реально внутри ОДКБ в отношении членов этой организации по отношению к Армении и к Азербайджану, то есть мы можем говорить о том, что и уже как политическая организация она оказалась в кризисном состоянии. Вот поэтому надеяться на ОДКБ на сегодняшний день бессмысленно, то есть это площадка для каких-то переговоров. Ну что можно решить в процессе переговоров? Ну, наверное, сгладить какие-то острые углы. Да? В этом смысле, конечно, ОДКБ полезен. Но как-то противостоять, например, экспансионистским устремлениям Азербайджана ОДКБ, конечно же, не может, да? Потому что в самом ОДКБ есть сторонники азербайджанской стороны или, по крайней мере, силы, которые больше симпатизируют Азербайджану, нежели Армении. Поэтому мне кажется, что вот та формула, которая сложилась в ноябре, когда в Арцах пришли российские миротворцы и началась совместная выработка какой-то позиции в отношении того, что происходит в регионе между российскими военными и армянскими военными, ну, это вот как бы единственная гарантия того, что, по крайней мере, можно держать оборону эффективно и решать любые проблемы, которые возникают. То есть совместно Армения и Россия. Социологические опросы международной организации GELAB показывают, что сейчас в Армении отношение к России понизилось, находится на своем историческом минимуме. Люди ожидали более действенных шагов от России. Двусторонние договора, они не подразумевают какого-то более жесткого вмешательства российской стороны? Ну вот мы, это как бы продолжение первого вопроса и подтверждение некой версии, да, версии, что кто заинтересован в обострении обстановки, да, Сюники. Как раз те силы, которые заинтересованы в понижении рейтинга России, по большому счету, да, поскольку расчет здесь очень простой. Россия не может оперативно действовать в нестандартных ситуациях, потому что Россия зашла в Арцах. Есть круг вопросов, которые она призвана решать на этой территории. За пределами Арцаха действия российских военных не прописаны. Да, принимать решения местное командование не может без согласования с Москвой, да, без согласования с правительством Армении и так далее. Вот, поэтому вот это как бы еще один такой аргумент в пользу версии, кто заинтересован. Это во-первых. Во-вторых, я бы не очень доверял опросам Гэллопа. Это, безусловно, очень авторитетная организация. Да? Но, опять же, в силу некого монополизма в области проведения социологических исследований и разного рода экзит-пулов на выборах, ну, в Армении действует филиал, насколько филиал Гэллопа репрезентативен, да, в своих социологических опросах, мы точно не знаем, вот, можем только предполагать. Но даже если эти данные очень точные, в любом случае, как бы это все происходит, опять же, в период избирательных кампаний, поэтому не исключено, что сам опрос, сам вот вопросник, да, таким образом подготовлен, чтобы получить заведомо желаемый результат. Ну, заведомо желаемый результат – это как раз показать, что рейтинг России ниже, да, ниже обычного. Вот, опять же, нужно внимательно посмотреть на этот опросник. Насколько я помню, вот перечень стран, который там указан, нет роста ни у одной страны, да? У всех на самом деле падение вот рейтинга, у всех стран, с которыми Армения так или иначе взаимодействует. Поэтому это общая такая беда, и объясняется не тем, что ухудшилось отношение именно по отношению к России, да, населения, а население в целом все более и более пассивно. Вот эта ситуация общего раздрая, общей растерянности, да? Непонятно, куда идем,
И, конечно, падает доверие ко всем внешнеполитическим партнерам, да, даже к ближайшим союзникам. Ну, с другой стороны, конечно, это объективно. То есть в ситуации, когда вот возникла эта ситуация на границе, и, конечно, ожидания многих граждан Армении, они не подтверждаются, что Россия вдруг оперативно в эту ситуацию впишется и как-то решит за армян их вопросы. Поэтому, ну, объективно, это падение рейтинга. Это не означает, что временное падение рейтинга, да, каким-то образом закрепится, и там, через неделю, через две, через месяц, там, через полгода оно сохранится. А если ситуация будет на границе меняться, и какие-то новые события будут происходить, рейтинг может подняться, а может еще упасть дальше. Да? То есть динамика в целом предсказуема. Есть мнение, что в предстоящих парламентских выборах Россия поддерживает Пашиняна. Так ли это? Ну, нет такого понятия «Россия» на сегодняшний день, к сожалению, как нет такого понятия, как «Армения». Что я имею в виду? Я имею в виду, что современная Армения, современная Россия – это не те Армении и России, которые были, например, 30 лет назад. Да, как некие целостные образования, где была достаточно жесткая, понятная административная власть, и, соответственно, можно было говорить о консолидированной позиции этой власти. Да? Сегодня мы видим, что нет консолидированной позиции и в Армении, и то же самое происходит в России. Вот, поэтому, когда мы говорим о России, что мы подразумеваем? Президента, главу государства, да, Российской Федерации – это одна ситуация. Когда мы говорим об элитах – это другая ситуация. То есть в России, помимо сторонников Армении, есть и противники Армении. Вот, при этом помимо власти существует еще и народ, да, который, ну, в России там 80% население поддерживает Армению, считает Армению своим союзником. В элитах немножко другая ситуация. При том, что элита как бы особо не обращает внимания на мнение народа, да, то ситуация, в общем-то, близкая к тому, что происходит в Армении. Вот, поэтому вот, ситуация как бы сложная. И давайте говорить о конкретных политических силах, да, которые поддерживают Пашиняна или поддерживают какие-то другие структуры. Понятно, что официально, учитывая, что Пашинян все-таки глава правительства, конечно, Россия традиционно всегда поддерживает законную власть. Ну, для примера, например, Сирия, да, где российские военно-космические силы уже много лет, уже 6 лет фактически там присутствуют, да, ведут тяжелые бои, защищают правительство Асада. Это не значит, что, допустим, Россия официально разделяет ту позицию, которую, или ту политику, которую проводит Асад в своей стране. Вот. Тем не менее, было официальное предложение законного правительства, да, и Россия в силу своих геополитических интересов защищает законное правительство и противостоит незаконному вторжению в эту страну сил НАТО и каких-то, ну, естественно, действий международных террористов. Вот, в этом плане логично, что Россия сегодня поддерживает Пашиняна как главу правительства. Что касается выборов, ну, в России есть силы, которые поддерживают Пашиняна, есть силы, которые поддерживают Кочаряна, и силы, которые поддерживают Бабуханяна, и так далее, и так далее. То есть у каждой крупной политической структуры есть свой союзник в России. Вот. Но с другой стороны, мы видим, что Россия сохраняет нейтралитет официально, да, то есть несмотря на то, что, например, там, в кулуарах где-то в администрации президента или правительстве мы можем найти сторонников Пашиняна, да, в любом случае в Армении мы не видим никаких действий и присутствия каких-то политтехнологов или каких-то представителей каких-то политических партий, которые, например, высказываются или тем более ведут пропаганду в пользу Пашиняна или в пользу какой-то другой политической структуры. То есть как раз в ситуации этой сложной такой международной обстановки Россия предпочитает вообще как бы не участвовать в выборах. Так, причем не участвовать демонстративно, да, подчеркивая, что как бы это дело самой Армении, да, самих армянских избирателей, за кого голосовать. А Россия поддерживает по итогам выборов любую власть, да, любое мнение народа, потому что это именно мнение граждан Республики Армения. Вот, поэтому ситуация в этом смысле достаточно проста. То, что пророссийские политические силы, они идут на выборы разрозненно. На ваш взгляд, это как отразится на их уже представлении в парламенте? Будут ли они в достаточной мере представлены? Ну, это главная беда, я считаю, вообще политической системы Армении, разрозненность. С одной стороны, это объективная ситуация, поскольку я вот
в прошлый мой приезд как раз в вашей программе объяснял, что армянское общество – это общество, которое находится в таком травматическом состоянии, да, в состоянии стресса. Вот, и поэтому очень высок эмоциональный градус, да, и очень низок, низкий уровень вообще какого-то рационального поведения. Такая вот такая эмоциональная напряженность предполагает, что слишком много амбиций, да, значит, каких-то таких болезненных реакций на происходящее, но, к сожалению, люди не готовы объединяться ради общей цели. Более того, мы видим, что большинство лозунгов, которые выдвигаются, да, они же направлены против кого-либо, а не за что-то. Да? То есть фактически ни одна структура, по большому счету, не предъявила развернутой политической программы, ну, может быть, за исключением вот, сильной Армении вместе с Россией, да, поскольку речь идет о совершенно такой понятном программном лозунге создания совместного, ну, создания союзного государства России и Армении. Да, это такая достаточно конструктивная и понятная позиция. Вот. Тем не менее, ну, армянское общество пока этого не слышит, да, по большому счету, ну, если мы смотрим на рейтинги. А все-таки все захлестывают эмоции. И поэтому, что касается, допустим, сторонников Пашиняна, то там как бы речи об объединении не идет. Эта задача не актуальна. Почему? Потому что люди просто вокруг власти как бы сплотились, да, и, естественно, хотели бы удержать те портфели, которые не имеют правительства, да, те места в парламенте, которые они сегодня занимают, вот, и это уже их консолидирует. Что касается претендентов на получение новых мандатов, да, и среди этих претендентов как раз большая часть политических сил так или иначе выступает за сотрудничество с Россией более тесное, да, за сотрудничество, партнерство или даже союзничество. Вот. Но эти силы, как бы, получается, что в таком пилотном режиме на самом деле в выборах участвуют, потому что, ну, есть, конечно, старые игроки, ну, типа республиканской партии, но даже республиканская партия, она все равно участвует в новом виде, в виде блока, да, вот, а так большую часть представляют какие-то новые силы, да, которые как раз являются реакцией на новую ситуацию, вот, в регионе, вот, и, конечно, к сожалению, пока эти силы не готовы к объединению, каждый новый политик стремится испробовать свои собственные силы, да, вот, надеяться на то, что ему удастся попасть в парламент, ну, это, конечно, такой общей линии на консолидацию приносит вред, да. Поэтому можно прогнозировать, что эти выборы вряд ли изменят ситуацию в Армении, то есть, по большому счету, скорее всего, каждый останется при своем, то есть, примерно тот же расклад, который сегодня существует в парламенте, он останется. Вот. Ну, может быть, чуть меньше у Пашиняна будет голосов, но тем не менее, в результате создания коалиции опять правящей, да, все останутся на своих местах. Вот. Но именно потому, что эта конфигурация сохранится, да, эмоциональный накал оппозиции, он не ослабнет. И поэтому есть предположение, что если вот в таком виде парламент себя сохранит, в том виде, в котором он сегодня существует, то он тоже недолговечен. Потому что рано или поздно все равно встанет вопрос опять об очередных выборах, да, об очередных, неочередных парламентских выборах. Вот, ну, да, новый игрок, если говорить о новых игроках, то, по всей видимости, это блок Кочеряна, вот, который в парламент проходит. Вот, сможет ли он играть какую-то серьезную роль? Ну, пока сегодня можно предположить, что вряд ли, учитывая, что все-таки ту политическую нишу, которую занимает блок Кочеряна, да, он ее практически выбрал, его поддерживают в основном представители Карабаха, да. Будут ли голосовать за него те, кто не определился? На сегодняшний день достаточно много людей, не определившихся. Вот эти последние опросы, которые показывают, что рейтинг Пашиняна немножко падает, рейтинг Кочеряна немножко вырос. Вот, но все равно за как кадром, за рамками избирательной кампании находится достаточно много людей еще, да, там более 20% никак не определились с своими предпочтениями. Вот, поэтому можно предположить, что по какие-то последние недели Светающая Армения что-то сделает такое чудесное, вот, и свой рейтинг повысит.
Но в любом случае каких-то кардинальных перемен мы вряд ли увидим, и это не произойдет именно потому, что, к сожалению, оппозиция, в том числе та ее часть, которая выступает за более тесный союз с Россией, не готова объединяться. Угу. Вот, и действует разрозненно. Ну и опять же, Россия не участвует в этом процессе. В принципе, если бы она не стеснялась, как это действуют западные силы, которые консолидируют, раздают команды, да, структурируют политическое пространство, раздают деньги. Вот, и тем самым как бы сторонники такой прозападной ориентации, они в итоге действуют более организованно, да, более сплоченно, вот, и добиваются больших результатов. А поскольку Россия действует так вот как бы демократично, можно сказать, вообще не действует, да, только наблюдает. Вот, это по крайней мере, на пользу Армении не идет, или тем силам политическим, которые выступают за партнерство с Россией. Вот. И будем надеяться, что, по крайней мере, вот та свежая строя, которая связана, например, с Кочеряном, возможно, с Улиханяном, возможно, с кем-то еще, да, может быть, на каком-то этапе этим силам удастся объединиться хотя бы в том же самом парламенте. Вот вы говорили про новые силы, которые сейчас участвуют в предвыборных вот этой гонке, будут участвовать. Сейчас наблюдается тенденция того, что армянские олигархи, они вокруг себя собирают тоже какие-то партии, создают и вот такими новыми силами тоже идут на эти выборы. Тем самым они, как бы получается, распыляют голоса других основных претендентов. Ну, это тоже следствие той ситуации, которая сложилась в политической системе Армении. Вот я вам говорил уже в вашей программе, что я всяком, да, и до сих пор являюсь сторонником президентской модели власти, да. И когда Серж Саргсян задумал реформу, политическую реформу в стране и переход от президентской модели правления к парламентской, вот я считал это глубокой ошибкой. Да? И мы вот до сих пор пожинаем плоды этой ошибки. Да? То есть первый плод заключался в том, что рухнула сама та вертикаль, которую выстраивал Серж Саргсян. Вот, и негатив здесь не в том, что, скажем, его снесли, да, а в том, что на его место не пришла какая-то другая вертикаль, а пришло разрозненное общество. Да. Часть политической системы замкнута на президента, часть на представителя правительства. Опять же, поскольку речь идет о парламентской модели, то там отдельный ветвь власти – это законодательная власть и так далее, и так далее. То есть, ситуация, когда общество находится в таком растерянном состоянии, когда оно не консолидировано, никакой другой модели эффективной быть не может, кроме президентской. Да? Президент тоже может ошибаться, но, по крайней мере, в ситуации, если президент, например, выстраивает отношения с избирателями и получает обратную связь, достаточно высока гарантия, что, опираясь на своих избирателей, глава государства может страну двигать в каком-то русле, да, без вот этих особых дебатов бесплодных. Вот, поэтому, если бы, например, вот после этих парламентских выборов власть в Армении качнулась бы в сторону президентской республики и запустила бы глубокую политическую реформу, это бы позволило постепенно Армению вывести из этого кризиса. Но, скорее всего, так не произойдет. Ну, по крайней мере, западные кураторы, да, не дадут это сделать, потому что очень удобно иметь Армению, в которой нет вот этой самой сильной власти, и разрозненными структурами властными очень легко манипулировать. Да? Более того, даже политическое поле армянское можно делить. Да? Вот, условно говоря, это вот делянку контролирует американское посольство, эту делянку британское посольство. Ну а что, оппозиция? Ну вот пусть Россия занимается оппозицией и занимается миротворцами. Да? А мы будем вот заниматься, собственно, властью. Вот, поэтому ситуация очень непростая. И в любом случае так получается, что какое-то развитие политической ситуации в Армении будет через какой-то глубокий кризис. Угу. Просто кризис затягивается. Вот кризис мог бы быть разрешен, например, на этих выборах, если бы оппозиции удалось бы объединиться и изменить соотношение сил в парламенте. Но поскольку вряд ли это произойдет, то получается, что кризис будет пролонгирован, да, в такой же форме будет достаточно долго, люди будут продолжать выходить на улицу. То есть в ближайшем будущем ожидать выхода из кризиса? Нет, потому что субъект не формируется. Угу. То, что есть на сегодняшний день, то, что представляет собой власть, это не субъект принятия решения. Мы же видим, что никто не несет ответственности за то, что произошло осенью. Кто несет ответственность? Министерство обороны, премьер-министр, президент?
Совет Безопасности, никто. Вот, то есть каждый вроде бы виноват, да, но такого конкретного виновника нет, потому что много структур, полномочия которых непонятны, ответственности не зафиксировано, по большому счету, да. То есть кроме таких вот каких-то политических акций, ни одна из сфер власти по большому счету не осуществляет. Нет развернутой программы модернизации, например, экономической или социально-экономической, ни у правительства, ни у президента, ни у какой другой структуры. Да? То, что делает Министерство обороны, противоречит тому, что там делает Совет Безопасности подчас. Да? Чем занимается Генеральный штаб, кого он поддерживает, Совет Безопасности или Министерство обороны, тоже не очень понятно. Вот, поэтому этот противник все это хорошо знает, противник консолидирован. Да, что такое, например, политическая система Турции, которая выстроена очень жестко, как административная вертикаль. Эрдоган продвигает эту политику, все остальные исполняют. То же самое в Азербайджане. Алиев. Любое его слово, оно по всей вертикали власти реализуется. Да? Никто в оппозицию не входит по отношению к этим структурам, это невозможно. Да, либо ты действуешь, как сказано, либо ты из этой системы, ну понятно, либо несешь ответственность. Вот, Армения слишком демократична, вот в таком, в плохом смысле, да, по сравнению со своими геополитическими противниками. И геополитический противник этим пользуется. Владимир Анатольевич, спасибо большое за интересное интервью. Спасибо.